Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра, турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 161 тысяча километров. Заменю лампочку в переднем правом габарите. Вроде бы ерунда, но целая проблема подобраться. Сейчас покажу. По-хорошему, решетка снимается один раз, она ломается. Но попробуем снять, не сломать. Вот в этой части габарит. Здесь поворот, поворот работает. В повороте стоит галогенка, в габарите стоит бесцокольная пятиватка. Перегорела. И чтобы его открутить, нужно снять эту решетку. Вот эта решетка идет цельная. Вот в этих местах, как правило, с обоих сторон, она ломается. Вот сейчас будем пробовать снять, чтобы не сломать. Здесь вот эта сторона удачно отошла. Вот такой крючок использую. Так, но здесь 4 защелки. Раз, два, три, четыре. Они отошли. Сейчас у меня получается только вот здесь держит защелка и здесь держит защелка. Вот с этой долго возился крючком. Но удивительно, я смог снять ее целую. Просто читал, что очень часто их ломают. И нету самореза одного. Обычная лампа. Да, сгоревшая. Беру новую лампочку. Лампочку поставлю Нарва. Номер для заказа 17177. Пятиватки бесцокольные. 10 штук в упаковке идет. Подобрал саморез.
Ну и включу, проверю габарит сразу, пока не поставил решетку. Все, лампочка работает замечательно. И пока суть до дела, разглядел, вот оно отверстие под буксировочный крюк. Стоит оно под решеткой. Вот он, решетка перекрывает его. И когда ты захочешь прицепить, у тебя не будет инструмента, ты просто выломаешь эту решетку, чтобы прицепиться. Это нельзя было сделать, что ли, здесь отверстие. Что-то инженеры вообще перемудрили. Решетка получается, вот она, фиксируется снизу на трех защелках. Снизу она снимается легко. Сверху ее поддергивать, опять же, она фиксируется наверх. Ее надо поддергивать снизу. По бокам вот эти места, их можно с левой стороны у нас два крючка отсюда вставлять. Лопатку пластиковую и отверткой поддевать саму решетку, просто отжимать, она выйдет. Также и с этой стороны тоже одна, ее лопатку, и она выходит. Но когда нет инструмента и надо вкрутить буксировочную петлю, это, конечно, будет нечто. Просто без инструмента снять целую ее будет невозможно. На этом все. Замену лампочки переднего правого габарита я закончил. Всего вам доброго.